Прямо сейчас вы видите моего подписчика Максима. И это один из 100 человек, которых я отобрал для этого ролика, чтобы они повторили то, как они выглядят в реальной жизни. И поверьте, этот ролик будет становиться все более и более интересным с каждой минутой. Ведь даже я принял в нем участие. И среди всех этих построек, которые вы прямо сейчас видите у себя на экране, в конце этого ролика я вам признаюсь, кто из них я. Итак, прямо сейчас начинается, пожалуй, самый масштабный ивент за всю мою жизнь. Потому что в этом ивенте я собрал 100 игроков, которым нужно построить самих себя. И, наверное, это самое тяжелое задание, которое я вообще могу кому-либо поручить. Просто представьте, позитив. Вы видите его внешнее лицо, вы видите его обложку, то, как он выглядит в Майнкрафте. Но вы не знаете, кто сидит на самом деле перед экраном. Вдруг на самом деле там сидит там 5-летний ребенок или новородившийся младенец? Никогда не знаешь, с кем ты имеешь дело в интернете. И прямо сейчас мы проверим, с кем мы имеем дело. Например, опа, что-то очень странное. Кевин, он решил построить себя, но почему он начинает из алмазных блоков? Типа, ты состоишь из драгоценностей? Сколько миллионов у тебя на шее висит? Как бы там ни было, сегодня мы реально узнаем, как выглядят все эти люди, которые играют на моем сервере, если что, на Raid Money, на который, в принципе, вы тоже можете зайти по IP у вас на экране и в описании. Здесь я записываю все свои ролики, как и этот ролик в том числе. И также здесь вы можете встретить меня и просто со мной поиграть. Например, на компьютере, на телефоне, неважно, с какого устройства вы играете. Главное, что вы играете. Кстати, само собой разумеется, что все начинают строить свои ноги. Потому что всех внизу ноги, типа, все начинается с ноги. Знаете, вот пельмень 228 начинается с ноги. А ты вообще уверен, что твои ноги выглядят вот так? Выглядит немного странно. Но это, наверное, не самое странное, что мы сегодня еще увидим. Потому что дальше будет огромное количество удивительных построек. Я так думаю, что в самом конце мы будем шокированы с того, как люди выглядят в реальной жизни. Что это такое? Вау! Смотрите! Судя по всему, это его ноги, и у него какие-то очень прикольные разноцветные штаны, но... Почему между ног у него так много места? Возможно, я что-то в этом мире не понимаю. Зидарм! Что с твоими ногами не так, братишка, расскажи мне? Почему у тебя одна нога тут, другая нога там? Ты что, собираешься строить огромнейшего гиганта? Стоп, подождите. А он точно вообще строит своего... Стоп! Возможно, он строит не себя, возможно, он строит, типа, свой рабочий стол? Возможно, он решил создать какую-то, знаете, такую атмосферу. Он окружающую среду решил построить. То есть, например, то, где он сидит. Перед компьютером, перед столом, еще что-то. Вот. Вот это я уже уверен, это на 99% это ноги. Правда, почему-то из дерева. Деревянные ноги? У меня с каждой минутой все больше и больше к этому человеку вопросов. Здесь у нас наконец-то имеется более-менее адекватная постройка. Это обычный человек, обычная нога. Максимус решил построить свои ноги. Да, он, видимо, находится сейчас в оранжевых кроссовках. Хотя, стоп. Если ты у себя дома сидишь перед компьютером, зачем тебе оранжевые кроссовки? Ладно, возможно, он не будет строить компьютер, он просто построит себя, каким он есть на самом деле. Йоу, если это всего лишь нога, то что нас там ждет дальше? Боже, он построит себя аж до этого солнца. Чтобы вы понимали, я дал игрокам огромнейшее количество времени, а именно несколько часов на постройку себя. И чтобы вы понимали, за несколько часов игрок умудрился построить только вот это. Здесь реально люди делятся на несколько категорий. Например, кстати, в последнее время я стал проводить очень много времени за телефоном. Знаете, лежишь такой себе на диване и думаешь, как бы весело провести свое время. Именно так я и наткнулся на онлайн РП, в которой можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений для вас в ней реально хватает. Попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Тумка, который дает вам реально приятный бонус в игре от меня. Кстати, если вы хотите еще и поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простейших действий. Для начала это перейти по ссылочке в описании и скачать игру с официального сайта. Затем установить игру на свой телефон и в настройках выбрать свой игровой ник в формате имя, фамилия, а после выбрать один из доступных серверов. Теперь играть в GTA, как вы понимаете, можно даже с телефона, поэтому скорее заходите на второй сервер Флорида и не забывайте вводить мой промокод. Категория Юни, которая построила, ну, точнее, начала строить себя. Все в порядке. Это я ее ноги, правда, вот это что за линия, я не совсем понимаю. Ладно, разберемся попозже. И вот эта категория людей, которые в реальной жизни, видимо, выглядят очень-очень странно. Типа, я должен сказать, что если бы я тебя увидел в реальной жизни, я бы вряд ли с тобой познакомился бы. Реально. Тут имеется вот обычный человек. Обычный паренек. Коричневый. Я только что сказал, что это коричневый. А, монтажер, вырежи это! Тут паренек решил построить себе синие штаны и красную кофту. Красава, парень. Я верю, что ты так выглядишь, правда, окей? Это еще ранняя стадия постройки, дальше нас ждет очень много, йоу. Этот парень никак не может определиться. И так он думает, блин, ну как нарисовать свою ногу? Ну у меня нога вроде такая, но вроде нет. Вроде тут на один блок больше, а тут на один блок меньше, а цвет вроде вообще совсем другой. Короче, братишка, определяйся побыстрее. Времени реально крайне мало. Идем дальше. Оу май гаш, что это такое? Это какое-то ухо? Пылесос? Вентилятор? Что?
что это вообще такое, я не понимаю. Я бы сказал, типа, на что-то похоже, но это ни на что не похоже. То есть это мозги какие-то, я не знаю, это ухо. Ну, я так понимаю, что парень решил построить свое ухо. Он очень любит свое ухо, и он просто решил построить свое ухо. Тут у нас имеется, йоу, это что-то интересное. Необычные штаны и необычное что-то сверху. Судя по всему, банан ходит в очень эксклюзивной и дорогой одежде. Ладно, скоро к тебе вернемся. Далее у нас имеется паренек в оранжевой, так понимаю, толстовке и в крутых, наверное, адидасах. Дальше, человек, который ходит в тапочках. О, смотрите, как он прикольно реализовал эти тапочки. Я тебя только что сломал. Ты ничего не видел. Он мне, кстати говоря, подготовил тут какой-то сундучок, и тут написано книга и перо. Давайте откроем. Итак, передай привет, пожалуйста, Кириллу, Вадиму и Илье. Итак, я передаю привет Афанасию, Петрову и Максиму. А что? Там были другие имена, да? Ну ладно, передаю привет Кириллу, Вадиму и Илье. Все, передали привет, забирай и идем дальше. Потому что, знаете что? О май гад, тут имеется реально крутая постройка, но она в 2D, не в 3D. Это, конечно, грустно, но все-таки интересно. Однако я больше хочу посмотреть реально на 3D-шные объемные постройки. Ведь сегодня мы выберем одного из всех этих людей и вручим ему главный приз сегодняшнего ролика. И это, внимание, 3000 рублей. Самое, кстати, пожалуй, удивительное в этом ролике, это то, что, как видите, 100 игроков строят сами себя. Но я готов вас удивить, потому что прямо сейчас, помимо того, что тут имеется 100 человек, которые строят сами себя, тут имеется мой личный строитель, который строит, внимание, меня. Как бы странно это ни звучало, но среди всех этих ребят вы в скором времени увидите меня в реальной жизни. Да, меня строят здесь, и меня строит мой строитель. Я не буду вам говорить, кто здесь из них я, но если вы можете угадать, напишите в комментариях, на каком тайминге вы увидели меня. Тем временем прошло примерно 30 минут, и посмотрите, что мы уже имеем на экране. Огромнейшее количество живых людей. И давайте рассмотрим самое интересное из всех этих построек. Например... Идем дальше. Тут есть постройка, сделанная в 2D. То есть это человек, который нарисовал свой портрет. Это выглядит очень круто, если честно. Воу, с другой стороны тоже можно посмотреть. Короче говоря, выглядит очень эпично. Но это все-таки 2D. Тут у нас имеется 3D, но еще не доделано. Сделано лишь наполовину, но посмотрите, как люди хорошо соблюдают рельеф. Здесь у нас имеется человек, который сидит перед компьютером. И посмотрите, как прикольно он изобразил себя. Он, видимо, реально сидит в этой зеленой толстовке, в капюшоне, потому что, возможно, в квартире или в доме у него холодно. А рядом с ним еще вот такой человечек. Это парень, который... О, мэн, мне кажется, ты очень давно не стригся. Пора сходить на стрижку, реально. Но рано пока что подводить итоги. Ведь посмотрите, сколько передо мной прямо сейчас. Огромнейшее количество построек. Например, посмотрите на этого чувака. Он реализован реально хорошо. И этот парень выглядит максимально реалистично. То есть, возможно, этот парень выглядит именно так. Максончик, возможно, ты реально так и выглядишь. Но посмотрите, какой крутой у него рельеф. Правда, сзади пусто, но в жизни я уверен по-другому. И вы только посмотрите на вот этого паренька, который сидит перед компьютером такой: «Божечки мой, что он тут говорит?» Алмазник! РТП. Он тут даже описал нам свои мысли. Окей, красава. Это реально, это креативно, это красиво, это хорошо. И он очень хорошо поставил себя, который, вау. Вот это, понимаю, реальная креативность. Вы очень-очень круто все строите. Как мы в конце ролика будем выбирать победителя? Я не представляю, что это такое. Стоп, а где человек? Ты замаскирован где-то под этой шляпой. Я тебя там не вижу. Ладно, движемся дальше. У нас имеется какая-то... О май гад, вау. Что это такое? Это девочка, которая сидит на стульчике и... Между прочим, она, во-первых, очень хорошо сделана. Во-вторых, посмотрите, какая у нее клевая поза. То есть она как настоящая балерина. Очень классно, очень красиво себя построила. Я ушла из-за того, что мне сказали закругляться. Тумка, это тебе от The Line. Оу, спасибо за все эти предметы. The Line, если что, мы тебя запомнили. Ты тоже входишь в топ для меня победителей, но мы идем дальше. О боже мой, что? О боже мой, цветок огромнейший. Гигантский цветок и поменьше ты. Но у тебя прям настоящая боевая готовность. Ладно, идем дальше. Кстати, посмотрите на еще одну очень интересную постройку. Вау, вот это я понимаю детализация. Она или он, да, скорее всего, она даже построила свою кошку. Что это, собака? Это собака, боже мой, вот это я понимаю детализация. Мне стыдно комментировать, потому что я не достоин комментировать такие крутые постройки. Они реально сделаны хорошо. Вау, посмотрите, как клевый чувак сидит перед костром. Также рядышком у нас имеется... Oh my god, был. Что это такое? Это огромный, крутой, современный, нанотехнологичный, красивый, радужный игровой стол. И это очень классное красное кресло, в котором, боже, сидит утка? Но ведь мы договаривались построить себя. Или ты что-то не договариваешь нам? Я, в общем, не знаю, но сделано это очень красиво. То есть, посмотрите, очень красивый игровой стол сделан. Очень круто, сногсшибательно. Здесь написано: никого из нас больше не найду, верстаки ту. Чего? На самом деле, постройки здесь просто все реально крутые. Посмотрите на этого паренька, боже, так это что? Это я, что ли? Он похож на мой скин в Майнкрафте. Но, возможно, он реально так в жизни выглядит. Вот
это я понимаю, детализация. Или посмотрите на вот этого паренька. Какой ты крутой, какие крутые у тебя тапочки. Просто все супер крутые. Я чувствую, как будто я побывал у вас у всех дома и со всеми лично познакомился. Потому что я могу примерно понять, как вы выглядите в реальной жизни. Все постройки по-своему крутые. И я не знаю даже, как выделить здесь одного победителя. Однако, знаете что? Вы еще не видели одну интересную постройку. А именно меня. У игроков тем временем остается совсем немного времени, чтобы завершить свои постройки и попытаться нас удивить. А мы посмотрим на еще несколько построек. Например, вот этот чувак выглядит очень круто, и я уже вижу, как он выглядит в реальной жизни. Кстати, есть еще вот такая постройка, но я не уверен, что это человек. Этот паренек, кстати говоря, решил реально повторить себя прям полностью, как он выглядит в реальной жизни. И это лицо выглядит очень хорошо, но он не успеет закончить. Он, к сожалению, просто не успеет завершить. И знаете что? Парень здесь хотел написать Nike, но перепутал буквы местами. Но я думаю, спустя огромнейшее количество разных построек, пора бы вам уже показать, как выгляжу я, как выглядит моя постройка. Но сначала давайте посмотрим еще на эту постройку, она реально классная. Просто очень клево то, что у нее какая-то необычная поза, не то чтобы, знаете, просто стоять или просто сидеть. У нее что-то интересное, и что она делает, я не понимаю. Как будто она, не знаю, селфи пытается сделать. Я не уверен, это какая-то рогатка. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас перед вами вы видите огромнейшее количество построек, и приготовьтесь увидеть меня, потому что я вам покажу, как выгляжу я в реальной жизни, и сравним мою постройку со всеми остальными. Внимание, прямо за этой стеной находится моя постройка, и давайте посмотрим. Сначала тут видим, о, рядом сосед, прикольный чувачок, привет. Тут еще несколько прикольных ребятушек, и о, смотрите, прикольная и, главное, очень реалистичная девочка, которая реально выглядит очень хорошо. Я нахожусь за вот этой стеной, и, если честно, я сам не видел, что там, и мне очень интересно это посмотреть. Итак, на счет три мы увидим меня, внимание, раз, два, три, йоу, о май гад, жесть, что это, извините меня, такое, неужели это серьезно я? Осталось примерно 10 минут до конца этого соревнования, и знаете что, когда эта постройка будет закончена, я покажу вам реальную фотографию, по которой сделана эта постройка, чтобы вы сравнили это с настоящим мной. Несмотря на то, что тут огромнейшее количество построек, нам, к сожалению, придется совершить этот тяжелейший выбор и выбрать одного победителя. Очень много построек, которым я реально хотел бы выдать победу, но придется выбрать только одного. Если бы я мог выбрать своего строителя, я бы явно выбрал. Просто посмотрите, что в итоге получилось сделать здесь. Итак, прямо сейчас запомните эту картинку и теперь бамс! Посмотрите на мою реальную фотографию. Для того, чтобы вам было нагляднее и проще сравнить, просто посмотрите, слева находится моя постройка, а справа теперь находится моя фотография. Теперь можно спокойно посмотреть и спокойно их сравнить. Сделано, конечно, довольно прикольно, но все-таки выбрать победителя мы должны кого-то из моих подписчиков. Поэтому знаете что? Среди всех этих людей я буду выбирать, конечно же, не по внешности, а по постройке, которая мне понравилась больше всего. Например, по детализации, стараниям и так далее. Конечно, тут очень много построек, которые реально заслуживают первого места. И поэтому заранее извините, если я вас не выберу. Мне реально больно и тяжело выбирать одного победителя. Но есть одна постройка, которая мне лично нравится больше всех. И эта постройка, возможно, вы со мной согласитесь, но это вот эта супер детализированная постройка Sony. Вы просто посмотрите, как детализированно она построила себя. Чтобы вы понимали, она построила себя наискосок, что очень сложно для строительства. Более того, она сделала очень много деталей. Она изобразила очень классно свои волосы. Она изобразила еще кого-то. Я не знаю вообще, кто это. Я уже молчу про цветы, про еще что-то, что она держит в руке. Боже мой. Тут столько деталей, что мой глаз даже не успевает порадоваться. Именно поэтому давайте прочитаем. Тут написано, я чуть похожа на Алекс, но неважно. Бай, Соня. Астра, в момент стройки мои руки тряслись. Я уверен, Соне будет очень приятно занять первое место и получить главный приз этого ролика. Поэтому да, дорогие друзья, она является официальным победителем сегодняшнего ролика. И если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, кто по вашему мнению выиграл. И не забывайте заходить на мой сервер Raid, чтобы принять участие в следующих подобных роликах. С вами был я, Тумка. Всем спасибо за просмотр. Пока.